Всем привет! Коллекционерам прежде всего интересны часы с историей, которые привязаны к определенным событиям, например, к освоению космоса. И если спросить, какие часы первые отправились в космос, большинство ответит, что это были штурманские, в которых полетел Гагарин. И будут неправы, потому что первыми в космосе была обычная советская Победа, 34К по советскому каталогу. Конечно, полетели часы в космос не с человеком, так как первый был, естественно, Гагарин в штурманских. Полетели эти часы с собакой Чернушкой, а принадлежали почти неизвестному сейчас человеку Аврааму Генину, исследователю советской космической медицины. Сейчас даже в Википедии нету его фотографии. Сейчас он неизвестный, но в то время он был одним из руководителей полетов. Часы он отправил вместе с собакой. Собаку он отправил полностью по протоколу, скажем так, а часы туда подцепил уже по своей инициативе, за что немного получил по шапке. Но так как это событие не особо освещалось, то все знают, что первые часы в космосе это штурманские, но на самом деле это Победа 34К. Она имеет отличие в сравнении с другими Победами. Это почти полностью обрезанная цифра 6 диском секундной стрелки. А второй момент, эти часы планировались как полугерметичные или полностью герметичные, точно я не знаю, и на обратной стороне этих часов не крышка-хлопушка, а крышка, которая завинчивается и которая обеспечивала герметичность. Как-то так. Это маленький, но интересный нюанс. И всем спасибо за просмотр.